Добрый день. Жилдес, можно, пожалуйста, дайте мне возможность экран шерить, чтобы я смогла вывести презентацию. Так, все, спасибо. Тогда немножечко еще, буквально минут 5 подождем. Может, кто-нибудь еще присоединится к вебинару и уже начнем. Всем привет, все те, кто присоединяется. Мы начнем буквально еще через 3 минутки, хорошо? Подождем еще опаздывающих ребят, которые хотели бы тоже поучаствовать в этом вебинаре, и уже начнем.
Всем добрый день. Я так думаю, что мы уже можем начинать наш сегодняшний вебинар. Если будут вопросы во время презентации, я прошу вас, задавайте, потому что я вижу, у нас не так много людей, и это будет более как не вебинар классический, а уже дискуссия. Если у вас будут вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Все вопросы касательно образования и университета. Меня зовут Мадина Султанова, я являюсь региональным представителем британского университета Кентербери, Christchurch University, по странам СНГ. Так, сегодня мы уже будем говорить про образование. Сегодня мы затронем такие темы, как какую профессию выбрать, на какую профессию стоит обратить внимание в Великобритании. Поговорим про программы, которые представлены в университете, про кампусы, про образование, которое он дает, и, конечно, про рейтинг трудоустройства нашего университета. Вот, сегодня, опять же, мы еще и поговорим про общежитие, возможности общежития, что входит в стоимость общежития, и на что вы можете вообще претендовать во время образования в нашем университете. Итак, секундочку. Так, уже пройдусь. Конечно, многие из вас знают вообще про Великобританию, про образование, которое дает сама Великобритания, про качество. Я уже не буду говорить о том, что образование в Великобритании, оно признано, то образование, которое дает Великобритания, оно признано во всем мире. То есть это и высокие стандарты образования, это международное признание, это и дополнительные возможности, которые даются студенту во время учебы, то есть это и работать во время учебы, возможно, до 20 часов в неделю во время учебы и до 40 часов в неделю во время каникул. Также правительство Великобритании совсем недавно разрешило студентам, которые приезжают на территорию Великобритании, после окончания учебы оставаться на территории еще 2 года. То есть, отучившись бакалавриат 4 года, вы еще 2 года будете находиться на территории Великобритании. То есть, это по стадии виза. В Великобритании магистратуру учится всего лишь 1 год, но еще и дополнительно дается возможность 2 года быть на территории Великобритании. Ну и еще и работать по своей специальности. Вариантов программ в нашем вузе достаточно много, то есть это начиная от стандартных программ бакалавриата. У нас, кстати, в нашем вузе очень сильная бизнес-школа. Факультеты юриспруденции, факультеты IT, инженерии, то есть у нас даже огромный кампус для студентов, которые хотят и планируют обучаться по IT направлению. Расскажу немножечко про город, в котором находится университет. Наш университет находится в городе Кентербери. Кентербери — это исторический город на юге Великобритании. Это считается южным городом, то есть это курортный город. По погоде там гораздо приятнее, чем в Лондоне, потому что солнечных дней в городе Кентербери достаточно больше, чем в других городах. Кентербери еще считается садом Великобритании, так как огромное количество лесов, различных садов находится на территории города Кентербери. Также на территории города Кентербери находится церковь, датированная 8 веком нашей эры, это первая христианская церковь на территории Великобритании. То есть, ну, как бы вы, наверное, знаете, что Великобритания в основном это католическая церковь. Здесь же, получается, это первая христианская церковь была построена.
в честь которой был назван университет. То есть название университета происходит по локации, то есть город Кентербери. И Крайстчёрч – это название локации, где находится университет, то есть недалеко от нашего вуза находится та церковь Святого Христа. То есть если мы будем возвращаться к образованию, имеет ли университет какое-то отношение к религии или там будут ли какие-то религиозные предметы, то сразу скажу, что нет абсолютно. Вообще в Великобритании принято многие учебные заведения называть по локации. То есть, соответственно, здесь тоже. То есть не стоит вам переживать по поводу названия. Официальное название университета – это Canterbury University, и Christchurch – это как добавка по локации. Вот. Так, возвращаюсь. Сам город очень живописный, очень красивый. В 20 минутах от самого города вы можете приехать, за 20 минут добраться до пляжа. Вот. То есть возможности у вас будут огромные. Также город Кентербери находится буквально в 30 минутах езды, то есть 30-40 минут езды до Лондона и примерно час до центра Лондона. То есть города находятся очень близко друг к другу. Уже пройду и немножечко расскажу про наш университет. Кентерберийский университет был основан в 52 году, 1952 году. Изначально университет был основан как педагогический. То есть основа университета – это педагогика, факультеты педагогики и так далее. То есть на сегодняшний день университет закончил более 15 тысяч человек, а при педагогическом составе 1800 человек, ну даже чуть больше. Затрону момент немножечко про педагогический состав нашего университета, а он входит в топ-20 британских университетов, то есть среди всех британских вузов наш университет входит в топ-20 как университет с хорошим педагогическим составом. В основном отбираются педагоги, которые имеют опыт работы в своей сфере, в которой они преподают. То есть, к примеру, если, ну, скажем, учитель преподает бухгалтерию, смотрится на то, что имеет ли он опыт работы в бухгалтерии. Если это юриспруденция, имеет ли он опять опыт работы именно да, про направление я расскажу, но чуть позже. И про факультет юриспруденции, и про цены тоже я расскажу чуть позже. Так, то есть смотрится обязательно, имеет ли учитель опыт работы в своей сфере, то есть, соответственно, насколько правильно он будет доносить всю информацию нашим студентам. Забегая вперед, я скажу, что наш университет входит в топ-10 британских вузов по трудоустройству. То есть 96% студентов трудоустраиваются первые 3-6 месяцев после окончания университета. Про ранки я немножечко расскажу, так как это достаточно интересно, и многих студентов это интересует. Университет входит в топ-1000, то есть нострифицировать наш диплом после окончания вуза не нужно. Британский топ-чарт, он входит тоже, он на 123-м месте. Также университет входит в топ-20 британских вузов по качеству преподавательского состава. И в топ-10 по качеству, по трудоустройству наших студентов, которые заканчивают наш университет. То есть, если посмотреть по качеству преподавательского состава, по качеству трудоустройства, это то, что обычно интересует студентов те, которые поступают вообще в любой вуз, то здесь мы востребованы. Также еще хочу отметить то, что в нашем вузе в основном учатся студенты из Великобритании и стран Европейского Союза. То есть рейтинг международных студентов всего лишь 12%. То есть студентов из вообще по миру у нас очень мало. В основном это британцы выбирают наш вуз и студенты из Европейского Союза, потому что цена и качество преподавания, они достаточно
ну, то есть качество преподавания достаточно высокое, и цена за образование достаточно низкая. А почему стоит вообще обратить внимание на университет, на Кентерберийский университет, то есть Canterbury Christchurch University? Это то, что мы предоставляем более 250 программ, то есть это начиная от бизнес-школы, которая достаточно сильная у нас. И также у нас есть факультеты юриспруденции, факультеты... Кстати, факультет юриспруденции пользуется большим спросом в нашем университете и имеет 98% employment rate среди студентов, которые заканчивают наш вуз. Также есть факультет бухгалтерии, экономики, есть факультеты по маркетингу, по менеджменту, по ивент-менеджменту, по спортивные факультеты у нас есть. Также у нас есть еще и околомедицинские профессии. Университет достаточно хорош по ранку, то есть он и в мировом ранке стоит, он стоит и в ранке Великобритании. Локация. Во-первых, почему стоит обратить внимание на город Кентербери? Во-первых, это потому что очень близко к Лондону, всего лишь 30-40 минут до Лондона и час пути до центра Лондона, до Виктория Стейшн, плюс это еще дешевое проживание, дешевое оформление, то есть оформление визы и страховки тут гораздо дешевле. Ну и еще Кентербери считается одним из самых спокойных городов вообще во всей Англии. Плюс ко всему к этому мы предоставляем один из самых дешевых курсов Foundation во всей Англии, то есть первый год обучения Foundation у нас стоит всего лишь 9910 фунтов. Последующие годы у нас по 13000 фунтов, но у студентов есть возможность отучиться Foundation достаточно хорошо и уже подавать на внутреннюю скидку от университета. Данная скидка зависит полностью от студента, то есть студент хорошо учится, он получает скидку на последующее образование, то есть до 30%. И учиться, например, если он первый год отучился очень хорошо, активно участвовал в жизни университета, он может подавать на скидку и получить максимальную скидку в 30%, и год обучения последующий ему составит примерно, ну, около 8000 фунтов в год. То есть, опять же, здесь скидка зависит от вас. Хорошо учитесь, получаете скидку. Но первый год у нас стандартный стоит всего лишь 9910. При первом депозите в 5000 фунтов. Кампус университета достаточно большой. Да, учиться и подрабатывать возможно в Великобритании до 20 часов в неделю и до 40 часов в неделю во время каникул. То есть учиться и подрабатывать возможно. Все зависит от студента и от его тайм-менеджмента. Самое главное, вы должны не забывать, что вы едете... Самое главное, что вы должны понимать, что вы едете именно получать образование. Кампус университета достаточно большой, то есть на территории университета находится большое количество кампусов, всеразличных департаментов, это и бизнес-школа, это и школа юриспруденции, это и STEM-направление, то есть Science, Technology, Engineering and Math, то есть это туда входит IT, наука и инженерия. На территории кампуса достаточно большое количество... Так, я вижу, тут кто-то поднял руку. Можете вы задать вопрос, если он у вас есть? Так, ага. Так, тогда я продолжу. В сентябре 2020 года был построен и сдан в эксплуатацию совершенно новый кампус университета Canterbury Christchurch, построенный совместно с University of Kent, с Kent University. В это здание было инвестировано более 150 миллионов фунтов для построения и оснащения здания всеми нужными технологиями. То есть на территории данного кампуса есть и лаборатории. Данный кампус будут посещать только студенты, которые изучают медицину,
науку IT и инженерию. То есть данный кампус построен только для этих студентов. Так. В отличие от многих других вообще университетов, наш университет именно поддерживает студентов всеразлично. Это и возможность дополнительных уроков английского языка по надобности, это и поддержка психологической составляющей наших студентов, но это еще и оплата контракта по частям. То есть контракт можно оплатить, разделив его на 2-3 части. Еще и приглашаются практикующие специалисты в наш университет для того, чтобы они общались со студентом, для того, чтобы у студентов налаживался нетворкинг между студентами и между профессионалами своего дела. То есть, по сути, это и увеличивает наш employment rate. У нас есть огромный студенческий совет, в котором вы можете быть частью студенческого совета во время учебы. У нас представлены спортивные программы, это и спорт-менеджмент, спорт-психология, это и спорт-коучинг, то есть это тренера. Также у нас представлены арт-программы, это и танцы, музыка, анимация, это и театр, то есть программ на сегодняшний день 250. Как вы видите на своих экранах, а я вам расскажу, что у нас представлена программа и арт-дизайна, и фильммейкинга, это и телерадиоведущие, это и медиа, журналистика, это и околомедицинские программы. То есть программ в нашем университете очень много, но самыми ведущими программами нашего университета вообще по Англии считается медицина, педагогика, плюс это медиа, маркетинг, журналистика, юриспруденция и IT-инженерия, и плюс еще и бизнес-направление. Вот, то есть стоит обратить внимание на данные программы. Также эти программы, большая часть из них, входят в лист востребованных вакансий в Великобритании. У нас есть отдельная годичная программа Foundation, то есть это, в принципе, для тех студентов, которые, например, имеют достаточно низкий средний балл по школе или по колледж-лицей и планируют поступать в топовый вуз, но, например, не добирают этого среднего балла. Здесь им дается возможность еще дополнительный год отучиться в нашем университете и уже переходить в любой другой вуз, который вы захотите. Вот. Программа годичная, виза будет дана на один год. Дальше нужно будет продлеваться. Продлеваться можно, если вы поступаете в вуз в Великобритании, вы можете не... Profile making. Да, у нас один из самых лучших факультетов вообще по Англии, по фильммейкингу. То есть наш университет закончил достаточно большое количество знаменитых режиссеров, которые на сегодняшний день работают на каналах BBC, CNN и имеют собственную продюсерскую деятельность. Так. Если студент после нашей Foundation программы, отучившись год, поступает в вуз в Великобритании, то он может продлиться, поступить в вуз другой, например, или в наш, опять же, и уже дальше, дальше оставаться в нашем вузе, или уже после нашего Foundation может даже поступить в вуз в Америке, или в Австралии, или даже у нас в университете. Так, я вижу, есть вопрос. Ага, хорошо. Так, в нашем вузе еще есть такие программы, как Business of Art and American Studies. То есть данная программа вообще рассчитана для студентов, которые хотят полететь в Америку. То есть иметь возможность... быть в Америке, смотрите, то есть здесь 3 года вы учитесь в Великобритании, и 1 год вы можете отучиться в Северной Америке, то есть это Канада или Америка. Здесь у вас уже есть возможность, у вас есть возможность не только быть на территории Великобритании, но еще и
по цене, которую будете обучаться в Великобритании, отучиться в Америке. То есть это всего лишь 13 тысяч фунтов. Вот. Конечно, дополнительно вы оплачиваете за проживание. Так. Так. Дальше. Касательно ранга трудоустройства. Да, студенты наши имеют достаточно высокие показатели. То есть после окончания вуза в течение 3-6 месяцев студенты трудоустраиваются в течение буквально короткого времени. Благодаря чему это? Благодаря очень сильному карьерному центру, благодаря возможности, которые дает университет, это краткосрочное волонтерство или краткосрочное так называемое internship, да, это практика. Но еще и так как у нас в университете есть лаборатории, то есть это лаборатории бизнеса, менеджмента, маркетинга, то есть здесь, получается, студенты получают опыт с всеразличными практикующими специалистами, и уже во время учебы они налаживают свои нетворкинг. То есть благодаря этому всему у нас высокий employment rate. Также карьерный центр поддерживает наших студентов в течение трех лет после окончания вуза. Так. Что нужно для поступления в наш университет? Это для поступления на бакалавриат это нужно знание английского языка. Почему я говорю, что знание английского языка, а не IELTS? Потому что мы принимаем сертификаты IELTS, TOEFL, Pearson, Cambridge, но еще мы и принимаем внутренний тест. У нас есть внутренний онлайн-тест. Так, секундочку, я прервусь на буквально минуту. Так, возвращаюсь, я очень извиняюсь. Для поступления в наш университет необходимо вообще... Ребят, те, кто на вебинаре сейчас сидит, вы обратитесь в компанию Global Compass, они вам помогут с правильным оформлением всех документов. Мы сотрудничаем с этой компанией в Киргизстане уже достаточно большое количество времени, то есть это уже не первый год. Также они помогут вам получить скидки на образование в нашем университете. И самое важное, это у меня есть... Можете задать вопрос, пожалуйста, более подробнее? Необходимо знание английского языка. На уровне, на бакалавриат это должно быть IELTS 6.0, на магистратуру это IELTS 6.5. Ну, это стандартная внутренняя анкета, которую нужно будет заполнить. Это мотивационное письмо, рекомендательное письмо и сведения, то есть это диплом и транскрипт за последние 3 года обучения, то есть это аттестат со школы, или это диплом с колледжа или лицея. Общежитие. В нашем университете достаточно большое общежитие, и условия для проживания достаточно комфортные, то есть одно из общежитий находится на территории университета, и остальные общежития, здания находятся на территории города Кентербери. То есть это в шаговой доступности, в принципе, 10-15 минут ходьбы до кампуса. Что мы предлагаем? Мы предлагаем студентам первого курса или те, которые приезжают на первый курс или впервые в университет, то есть, точнее, проживание в нашем общежитии, оно гарантировано. Плюс еще есть возможность short stay. Short stay – это возможность проживания короткое время, краткосрочно. То есть если вам хочется жить, например, месяц или 2 месяца, вы тоже можете себе это позволить. Мы даем вам проживание. Что туда входит? Это комната,
Все наши комнаты в наших общежитиях это single room, то есть вы будете проживать там один. Есть различные опции проживания, начинается от 118 фунтов в неделю. Вот. В Кентербери еще вы можете отдельно снять комнату, и цены достаточно хорошие, то есть примерно можно снять комнату за 290 фунтов в месяц, то есть это уже будет стоить вам гораздо дешевле. Варианты проживания комнаты различные, то есть в самой дешевой опции вы будете жить в комнате один, но здесь у вас будет возможность кухню и, например, санузел делить с такими же студентами, как и вы. Я вам сейчас немножечко покажу вообще вариации проживания в нашем общежитии, и чтобы вы уже понимали, насколько комфортно проживание. Если есть вопросы, пишите. Canterbury is a vibrant student city, renowned for its cafe lifestyle, friendly atmosphere, and years of history and tradition. In Canterbury, we have a whole range of accommodation on offer, all within walking distance from the city centre. We have over 1,800 rooms in Canterbury alone. Let me show you just some of the accommodation options. This is Petrus Court, located just a short walking distance from the Canterbury campus. These buildings are positioned just behind Augustine House, the university's award-winning library and student services. Inside Petrus Court, each flat comes with up to 8 bedrooms, which share a spacious living dining area with a fully equipped kitchen. And you get comfy sofas too. The ensuite rooms at Petrus Court are all very similar to this one and are ready to live in. All you'll need to do is move in and make it your own. Petrus Court has 418 ensuite rooms, an on-site laundrette, a bike storage facility, and some pretty cool landscape gardens. I'm now at the St. George's Centre, which is ideally located in the heart of the city, with easy access to all the university buildings in Canterbury. The accommodation is based around several courtyards. This is one of them, where students can meet in a landscaped area to socialise. The St. George's Centre is home to the Student Union, the Baker and Brewster Cafe, and the Lounge Bar, which is where I am now. All ideal places to meet with your friends. In these halls, there are over 200 single ensuite rooms, looking very similar to this, arranged into flats with a communal living and dining space area, just like this. Behind me is one of the blocks of Liberty Quays. This accommodation is just a short walk from the Medway campus. Let's take a look inside. The flats here are home to either 6 or 8 students. Every ensuite bedroom has a really modern feel, and each flat has a fully equipped kitchen and lounge area, perfect for watching the latest box set with your flatmates. Having a shop, bar and cafe so close is a huge bonus. And is sports your thing? Medway Park is an amazing multi-sport complex based just up the road. Now, before you go off and make your accommodation decision, let me give you a few vital pieces of information. Number one, the university knows how important it is that you feel safe and secure. So all Canterbury Christchurch University accommodation is covered by 24-hour security, either on-site or within a phone call away. Number two, we offer free personal contents insurance. All utility bills are included in the rent, and we provide free internet access at all of our sites. Number three, we guarantee a place in university accommodation to all our first year undergraduates who firmly accept an offer of place of study at Canterbury Christchurch University and submit a completed application form by the 31st of July deadline. Have fun selecting your future home, and I hope you love your time studying here at Canterbury Christchurch University. Так, ребята, у кого есть вопросы, потому что я тут вижу вопрос, сколько будет стоить обучение. Смотрите, первый год обучения на бакалавриат у нас стоит 9910 фунтов.
В дальнейшем ваше образование будет стоить 13 тысяч фунтов в год. Но в первый год, отучившись хорошо, вы можете подать на внутреннюю скидку на обучение. То есть это уже скидка зависит от вас персонально. Если вы ее получаете, у вас примерно будет образование стоит 8 тысяч фунтов в год. То есть это достаточно дешево для Великобритании. Плюс еще студенты, которые заинтересованы в образовании магистратуры, у нас также дается скидка на образование 2000 фунтов. То есть сейчас у нас магистратура стоит 15 тысяч, а со скидкой это всего лишь 13 тысяч фунтов. То есть скидка дается 2000. Вот. Самое главное пройти весь вот этот шорт-лист от университета, то есть иметь хорошее знание английского языка, достаточный балл, средний балл по школе. Вот. Название университета я вам здесь напишу. Название университета я вам еще раз продублировала. Это Кентерберийский вуз, который находится в городе Кентербери. Это государственный британский университет. Он входит в топ-десятку британских университетов по трудоустройству и в топ-двадцатку по качеству преподавательского состава. Также он входит в мировой ранг, в топ-1000, он на 801 месте. И в ранг UK, последний раз, когда я смотрела, он был 123. Вот. Это все, что касательно цен, стипендий. Есть ли еще вопросы? Да, специальность IT у нас есть. У нас даже есть отдельно огромный кампус для студентов, которые обучаются по STEM направлению, то есть это Science, Technology, Engineering and Math, IT, инженерия и наука у нас есть. Есть ли еще вопросы? Если есть вопросы, вы можете даже включать свой микрофон и уже спрашивать. Ребят, если нет вопросов, то, наверное, я буду заканчивать с сегодняшним вебинаром. Всем спасибо большое за то, что вы участвовали на сегодняшнем вебинаре. Если у вас будут вопросы, обращайтесь к компании Global Compass для получения более детальной информации. Если нужно будет, то мы в дальнейшем еще можем провести еще один вебинар или какое-то прямое включение со мной, чтобы я смогла ответить на все ваши вопросы. Спасибо всем большое за внимание, спасибо всем большое за то, что уделили время. Я надеюсь, что вам понравился университет. Всем до свидания.